Бакс. Здравствуйте, Юлиана. Здравствуйте. Есть такое движение сейчас, это Face Fitness. Оно очень популярно, и многие ждут от него хороших результатов. Действительно ли он дает такой лифтинг и на долгие годы? Face Fitness я бы не рекомендовала увлекаться. Если прям хочется в домашних условиях усилить косметологические процедуры, получить лифтинг, массаж, лучше обратить внимание. Обратить внимание на скребок гуаша. Если правильно выполнять по линиям лифтинга, да, вверх и на специальном профессиональном косметологическом масле, то очень даже эффективная лимфодренажная техника. Но я еще знаю, что после Face Fitness очень часто развиваются вот эти мышцы платизмы, да? Это правда? В принципе, мышца шеи платизма, она сама по себе очень сильная. Поэтому, да, мы таким Face Fitness, он усугубляет те же. Что ведет потом к тому, что течет овал, да, если по-простому сказать. Есть очень много препаратов различных с содержанием коллагена, гиалуроновой кислоты, и многие их пьют с большой верой в то, что это увлажнит их кожу, и они смогут обойти косметолога. Но это реально действует так, что можно не ходить к косметологу? Или... Я коллаген пью, но клинических исследований, то есть доказанных, что коллаген действительно работает, таковых очень мало. То есть они как бы практически сведены там к 1%. Косметологи есть два лагеря, которые за коллаген и которые против. Я бы даже больше рекомендовала, есть у нас такое классное украинское блюдо, как холодец, да, то есть больше вот опять же включать в режим питания, да, желе, к примеру, на сахарозаменителях, либо просто привыкнуть к ягодному вкусу, да, без сахара, и вот варить прям бульончики с суставов, да, вот мяса и прям хорошего такой сальца. Натуральный холодец. Да. Почему у мужчин кожа без уходов лучше, чем у нас, у девочек? Гормоны. Гормоны разные, то есть это андрогены. Мужская кожа, она более плотная, то есть она как бы более насыщена влагой, то есть у них лучше синтезируется гиалуроновая кислота и лучше всегда у них коллагеновый ответ на любую коллаген-стимулирующую процедуру. Класс. То есть у них на 22% уже в закладке идет, на 22%, что для доктора это вообще больше коллагеновых волокон, чем у женщин. Поэтому все, да, как бы зависит от гормонов. We'll be right back.